сегодня кто ко мне мог прийти? Иду, иду. Чё за фигня? Кто стучал? А, Нейзи? Чё, собрался без меня новый летсплей пилить? А как ты здесь оказался? А, так я это, в ФБР работаю. Да это не важно. Короче, во-первых, ты не предупредил меня и начал новый летсплей, а во-вторых, у меня тут посылочка к тебе. Так, серьезно? Давай. Вроде вот это, а, и вот это тебе. Это, а? Сейчас проверю, так. Ага, да, это то, держи. О, давай. О, даже айфон есть, класс. Это не айфон, да? Зарплата с Air? О, спасибо. Это Meizu M5 Note. Слушай, айфоны не телефон. Похожи. Короче, неважно. Чё ты без меня тут решил летсплей пилить, а? Дело в том, что все думали, что ты забросил канал и вообще разленился. Но это ведь не так, верно? Ну-ка показывай свою хату, сейчас я тебя разнесу. Вот эта хлопутка, это твой дом? Да. Ну, считай, ему не жить. Что это? Что ты собираешься делать? Увидев эти кусты, я ничего не могу. Ты хоть поливаешь цветы когда-нибудь? Я вообще не знаю, нужно ли их поливать. И вообще, может, это порода, которая не требует поливки. Они сдохли. Короче, неважно, твой дом говно. Вот я научу тебя делать нормальные дома. Это же... Что это, Эмирай? О, давай, как раз мы хотели с подписчиками сделать новый дом здесь, потому что этот дом нас полностью не устраивает. И да... Вообще, всем привет, дорогие друзья, вот с вами Нейзи и Эмеральд, да. Да, и наконец-таки, спустя долгое и мучительное время, спустя много уговоров, много кто писал мне в личку. Да, писали типа, Эмеральд, где видео с Нейзи, где видео с Эмеральдом, пожалуйста, вот вам видео с Эмеральдом и Нейзи, долгожданное. Да, наконец-то летом у нас все-таки нашлось время вместе записать. И, собственно говоря, ребят, я думаю, эта серия заслуживает очень-очень много лайков, потому что Нейзи реально очень долго не было. Чуваки, и да, я вам кое-что скажу, лайки продвигают видосы в топ, и да, комментарии тоже напишите, пожалуйста, какой-нибудь хорошенький. Да, это не вымогательство, просто в топ реально продвигает. И да, Эмеральд, я пришел сюда не совсем, с пустыми руками, пошли за мной. Пошли, окей. У меня там лодочка стоит, сейчас покажу лодочка? Тебе. Это что такое за... Трон из тыкв. Это трон из этих, из тыкв. Я не знаю, что он вообще делает. Я давно здесь уже. И не важно, пошли. Так. Ладно, пошли. Ручейки, у тебя какие-то арбузы тут еще выращиваешь, что ли, что-то? Это остров невезения, знаешь. А, и да, это, тут пираты я видел, проплывал, когда пираты... Какие тут... еще пираты? Я тебе покажу потом, смотри. А, вот тут сундуч... Ой-ой-ой, да-да. О, нифига себе, ты оружие привез? Да. Супер. Вот теперь топоры... мы будем выживать, как настоящий Робинзон кукуруза. Понятно. Так, смотри, вот тут я еще жратвы принес, потому что я знаю, что ты любишь покушать. Ой. Так, ой, ну... как много вредной, полезной и вкусной еды. Угу. И Эмеральд себе забрал. Короче, ладно, ломаем сундуки, а лодку не трогай, мы уплывем еще на ней. А это разве лодка? Я думаю, это просто плот. Сам ты плот! Только не бей. Короче, вон, видишь вот этот вот корабль? Вот, стоп, вот. Так это что, корабль, на котором я, так только сказать... я сплыл сюда, смотри, там реально пираты. Сейчас покажу тебе. Какие пираты? Это мой корабль, который крушение потерпел. Да, захватили пират. Вон, смотри. Нафиг он им вопрос, что за логичные пираты. Смотри. Какие-то они тупые. Вон, видишь? Вон, стоят. Ну и пофиг, пусть забирают. Да, ну, может, проверим просто, я не знаю. Ну есть, ладно, стой, пошли, давай. Только вот как, если... Может, твоя лодка пригодится для этого? Нет, мою лодку мы сюда брать не будем, поехали. А у тебя, ну, тут ладно. Акул не водится? Акулы, помнишь, как нет, но водятся... водятся гвардианы, они немножечко более злые, но ты лучше к ним не подплывай, они где-то там находятся. Нет, я не люблю твоих. Ой-ой-ой, заметили нас. Так, давай, ныряй. А, серьезно? Ныряй. Буль-буль-буль-буль-буль. Смотри, все, не видит. Давай подплывем где-нибудь. Давай, у давай, тебя давай, тут давай. Есть пробоины какие-нибудь? Во-во-во-во, вот здесь. Тут есть пробоины? Да. Где? Ой, тут тоже пират. А где пробоины? Тут какая-то маленькая, ой, дырка. Смотри, вот, давай вот здесь залезь. О, давай. Ё-моё. Так, у тебя есть чем пинать? Заметил. Пинать есть чем? Да. Так. Во. Давай, напни ему. Я тебе пну. Я тебе пну. Давай. На, вот, я думаю, напнул.
О, молодец. А что ты тут так, залезть нельзя? Так, а, не, можно. Сейчас все будет. Не, нельзя. Давай, ломай. Чуть с него выпало. Опа! Че это такое? Это какая-то сабля. А, и да, реально сабля. Сколько урона наносит? 6. А, мой нож даже нормально больше наносит. Ну, у тебя нет фирменного ножа. Давай. Ножа кредитки. Ё-моё, ножа кредитки нету. Напнул. Почти напнул. Больно. Я напнул, залезай. Это сволочь меня напнула. Залезай, давай на абордаж берем. Давай наверх. Лезем. Давай. Эй, пираты, мы вас сейчас покараем. Сейчас напну ему, смотри. Получи. Напну. На. Давай. Молодец, напну. Просто прогибом бросил. Как так, настоящий лейзи. О, смотри, с них золото падает. Серьезно? На, кстати, возьми его, вот, если тебе нужно. Интересно, а кто-то еще на корабле вообще остался? Давай посмотрим внизу. О, вот еще. О, вот, напнул. Ах ты скотина, я тебя Чё? Сейчас занозил. Геральт, что это? Себе. О, они на вас стали видеть сюрпризы. Что это? Класс, о, забирай, это же монеты золотые. Офигеть, мы теперь сможем купить себе... Сколько 1 грамм золота весит? Ой, стоит. Много чего мы сможем... А, 1 грамм золота, я не знаю, по-моему... $300 вроде. $300, 1 грамм, ты с ума сошел? Серьезно, я тебе говорю. Да ладно. Ёкарны, что это? Миллионеры. Все. Золотой щит, я его, пожалуй, мы можем больше никогда не работать просто и не снимать видео, мы просто самые богатые. Да, все, чуваки, мы уходим с Ютуба, давайте всем спасибо за просмотр, всем пока, подписывайтесь, а мы с Эмеральдом поплывем обратно, никаких летних больше не будет. Так, ладно, мы продолжаем. Да, так, на самом деле это была шутка, это был пранк, вон камера, а, у меня камера, точно. Да, у меня тоже камера в голове, смотри, тут еще слиток, давай ломай, у тебя есть чем? Тут слишком много, о, тут есть смокинг. Смокинг? Я приоденусь. О! Слушай, может, это какие-то богатые пираты? Слушай, да реально богатые, только не тупые. Зачем они взяли на абордаж корабль, такой, который был с пробойной? Что это, смотри. А, теперь я вжился в образ. Этот, ты знаешь, кто? Я тебе скажу, кто ты. Этот, чувак из сериала Breaking Bad. Театр, ведь... Ой, там ночью. На самом деле как-то странно выглядишь. Окей, поплыли тогда на твою хату, будем ее обустраивать. Так. О, прикинь, под водой светлее, чем этом. Ну, кстати, странно. Да. Только странно, я когда ныряю, у меня это, знаешь, появляется стандартная майнкрафтовская фигня. Какая? Ну, типа кубики такие. Кубики? А, или может, реально? Потому что у меня графика. Не. Это нормально. Не из-за этого. Такс, давай быстрее плывем, а то холодно, ночью холодно, простудиться можно. Так, у тебя есть факел какой-нибудь или типа того? Факел? Нет, факел у меня, к сожалению, так, ладно, нет. Так, главное, побежали в твою хлопотку. А это что у тебя тут такое? Вот это что? Это плавильня какая-то. Кузня. Ты куда? Да ты куда вниз делся? Ты залез, я вниз там. Ща. Водопады у тебя какие-то ниагарские. А, это вообще не мое, это данж какой-то. Данж? Ё-моё. Погоди, тут водопады какие-то ниагарские, я застрял тут. Так. Это мадагаскарский водопад. Надо искать другой остров, это не очень. А я, кстати, находил, где-то там, по-моему, был. Короче, ладно, пока будем в твоей хлопутке жить. У меня вторую кровать там это сделай, ага, вот. Ну, да, ты можешь её сделать. Вот, держи шерсть, у меня её много, на самом деле. Ты чё, овес стрижёшь? Нет, убиваю. Вау, так. Ну ты жесткий, чуваки. Это Эмеральд. Кто думает, что он жесткий, прям давайте. Прям плюсик. А то овец ты. Гринпис нас сейчас заблокирует на Ютубе и не будет. Причем тут Гринпис? Это не знаю. Смотри, давай сделаем так. Вот так вот. О, погоди, я знаю, что у нас сейчас должен быть. Воспользуемся багом. Каким? И сделаем нам кровать. Так, кровать двухместную, двухъярусную. Вот, вот так. Сейчас у нас будет факел. У тебя есть тут это вообще освещение? Так мы отвлеклись, молясь. Так вот, о. У тебя есть чем растопить? Уголь, что ли? Да, уголь у тебя тут есть. А, где уголь? Я чуть не понял. Да вот, все, и древесный уголь. Во, наконец-то. О, класс, наконец-то. О, уже рассвет. А сегодня, кстати, уже рассвет. Ну, ладно. Ну, бывает, тем не менее, у нас уже есть, это хорошо. Кстати, давайте я познакомлю с местными окрестностями, смотри. Угу. В этой вот лужице, залезай ко мне. Не, я туда не полезу, там, может быть, живет что-нибудь. Кто? Ну, что-нибудь живет у меня. Не-не-не, тут никто не живет. Кроме меня. Иногда. Так, смотри. В общем, как-то раз я сюда зашел, и на меня тут чуть не упала наковальня. Вот она, кстати. Где? Вот. А, ну так давай я ее застрелю. Давай. Не, мне патрон на нее жалко. А, ладно. Так, тут у тебя грибы растут, знаешь, отопление, если... вечное отопление, видишь, у меня зимой никогда не бывает холодно. Ну, я к тебе перееду, пожалуй. Так, у тебя тут, отлично. Я вижу, растаманишь что-то, да?
грибочки. Грибы, не, это не мои грибы, я их не заработал. А, да, да, ну все так говорят, не мое, не мое, а ты вот... Короче, что тут тебе надо? Вот я вижу, видел твою бомжарню, ну как бы люди такой не живут, надо ее усовершенствовать, прокачать. Ну я, да, пошли как раз прокачивать. Давай, смотри. Короче, чтобы прокачать нашу хату, нам что понадобится? Стройматериалы, топорики и голова, ну. Пожалуйста. Так топорик у меня есть уже, успокойся. Смотри, ну ладно. Короче, ломаем твою, эту бомжарню твою. Окей. Не-не, стой, стой, что ты делаешь? Ты? Поставь обратно. В смысле, я имел в виду, ломай по-другому. А как? Ломай ее некрасивость, а надо добавлять красивости. Так, смотри, ладно. Вот... Делаем, во-первых, пристроечку, а, да, ломаю эту стенку, будем все делать по фэншую. Окей. Так, смотри, если у тебя твоя бомжарня выглядит вот так вот, так, погоди, то надо вот тут достроить. Так, это чуть, смотри, тут такая камень, тут можно вот так вот пристроить, чуток молясь. Так, а вот это вот убрать, ты что ты делаешь-то? Господи, Эмиральд, какой-то непонятливый. Знаешь, вот, еще вот этот летсплей Вику бы неплохо зафигачить, тут вообще жесть будет. Есть такое. Но не знаю. Чуваки, пишите, кому нрав эта идея. Может быть, многие тут. Пс. А? Если этот видос наберет 6000 лайков, Вика тут по-любому появится в следующей серии. Так, ну, конечно. Так, да. Вот. Эмиральд. Чё? У нас же дом не как у это. Как у твоего видоса миллионника. Ну, по Майнкрафте затравлен проневидимкой. Да? Мы же не будем из разных материалов строить, мы же будем добывать дерево, да? Конечно, поэтому мы сейчас пойдем и добудем дерево. А у тебя тут нет три капитейтера? Нет. Ай, собака. Ладно, придется рубить нашими руками. Руками-куками. Или не руками, или ногами. Ногами? Ну попробуй ногами. Жеки Чан. Акробат. Вот, чуваки, пишите плюсик, пожалуйста. Не, какой плюсик? Я же не на стримах своих. Пишите хэштег «Эмиральд рубит ногами», если считаете, что Эмиральд реально рубит ногами деревья. Как и ты вообще, да. Правильно строю? Ну-ка, ты где? Да, вот так вот. Да, делаю такие окна большие, потому что мы и сделаем, у нас все по фэншую будет. Будет глобальная стройка, а не твоя бомжарня, в которой ты до этого жил. Ладно, ты лучше в этом разбираешься, лучше возьми. Давай, давай, не-не, помогай мне строить, это что, я черный, понимаешь, это не значит, что я раб, понимаешь? Никто не говорил. Если я черный, это не значит, что я раб, я тебе говорю. И не раб, и не если раб. Я белый, это не значит, что я хозяин дома. Да? А, ну, ты мой хозяин в таком случае. Так, я вижу, тут кактусы у тебя растут. Это ты что, садовник, что ли? Есть такое немножечко. Есть такое, да, вижу, у тебя цветы завяли. Хороший ты садовник. Только умеешь. Очень хороший. А? Я очень хороший садовник. Ага, я вижу, какой ты хороший садовник. Короче. Ни один цветок еще не пожаловался. Знаешь, почему не пожаловался? Потому что они уже все умерли. Потому что все цветы у тебя сдохли, Эмиральд. Ты плохой садовник. Короче, что это вообще такое? Вот перемести сундуки надо куда-нибудь, потому что, ну, габариты у тебя маленькие в твоей бомжарне. А, я вижу, у тебя железные блоки есть. Не против, если я разберу их? А, ладно, можешь, только не продавай их в ломбард, хорошо? Не, в ломбард, естественно, продам. Чуть сомневайся еще. Учитывая, что их тут нет. Учитывая то, что я черный, так это не важно, это уже российские шутки. А у тебя есть аптечка какая-нибудь или типа того, или пожрать? Ой-ой-ой, затопило. Убери воду, пожалуйста, спасибо. Ну, вот водопровод лишний нам тут постоянно. Не нужен. Короче. А, вот тут вот уберем все это днище. Это в прямом смысле. И это, пожалуй, я тоже закопаем потом. Чего? Эмиральд тут в хлобутке какой-то живет. Нравится ли тебе здесь жить? Мне вообще не нравится где-либо здесь жить, я хочу переехать в мегаполис какой-нибудь. Ага, типа... хрен мегаполис, какой мегаполис? Где ты тут мегаполис найдешь? Тут вода, только акулы. Ньюкрафтон Даунтаун, знаешь, такой карты 2014 года? А, чё? Неважно. Я думаю, так. Надо убрать отсюда твои кусты эти. Я их взял. А хотя, а ладно, пускай растут. Я получусь на свинок. Пускай растут цветы, я их пока пересажу вот сюда. Вот. Стоп, а куда все свинки чё? Делись? А? Ты куда дел свинок? Кого? Ты куда всех свинок дел? Каких свинок? Которые... Я шармараваха! Хамамара, загварага. Никуда я их не дел. Так чё, вот. Мух каких-то привет... Они жужжат. Мухи жужжат? Да. Не бри, не жужжат. Так, перенеси все, пожалуйста, из этого сундука. Ладно.
Так, меня напугало. Да что ты тут бегаешь? Что это за звук? Хибуки. Хибуки. Это не булки, звуки. Топы-то жесткие, что это? Кто топчет? Булки! Опять твои звуки-звуки. Эмеральд. Как над этим можно смеяться? Вот зачем тут компас? Вот куда мы поплывем? Короче, Эмеральд, мне нужно стекло, иди копай. Ладно, ладно, иду копаю. Не знаю, кому, может быть, это интересно. Вот я вижу, тут пальма какая-то, Эмеральд тут сделал нам пальму. Сейчас гляну, что у тебя тут. На пальме, кстати, можно какое-нибудь снайперское место сделать, если пираты к нам снова придут. Александр с пистолетов к нам придет и начнет крутиться. Так, ладно, это многие не поймут данной шуточки, потому что... Да-да-да-да-да, я уже понял. Лайк, если понял, что это за шутка. Ну, наверное, никто не понял, да и слава богу. Не гуглите никогда Александр Пистолетов, у вас сломается ваша неокрепшая психика. А возможно, еще и кое-что другое. Да. Например, клавиатура. Ну, например. А, так, интересно, я отсюда допрыгну? Эмеральд, посмотри наверх. Ты куда забрался? Ты что? Ты залезь, что творишь? За... Не прыгай! Я прыгну, я прыгну! Не прыгай! Я прыгну! Нет! Я нет. прыгну! Не прыгай! Я... Так, не прыгай! Не, реально, я долечу. А давай попробуй. Не, нет, не прыгай! Страхово, можешь мне чуть-чуть поближе ямку нарыть? Не могу. Ну ладно, тогда моя смерть будет на твоей совести. Лава барбара! Это тупая идея была. Слушай, знаешь, где я появился? Где? В том месте, где затоплено. О, тут еще слиток золота. Ну так как я немножечко не белый человек, поэтому я золото это, конечно же, отсюда позаимствую. Зачем ты в печь засунул сундук? Чтоб ты спросил. Нормально. Короче, сейчас этот летний денечек закончится, и думаю, мы закончим уже тут снимать это, а то кому это может быть интересно, не знаю. Ага, это программа «Хата на прокачку» закончится. Хата на тата. Так вот. Ты песка накопал, а? Что у тебя за смех-то, ё-моё, ты что такое? Что ты такой, Мираль? В смысле, что я такое? Ну что ты такое? Ты смеешься, как будто ты... Знаешь, вот мамонта убивают, когда вот такой же звук. Я не могу воспроизвести это. Ты мои шмотки забрал? Нет. Как где они? А, да вот мои. Демнига, а то я его что-то пристрелить хотел. Так, шматьё я свое нашел, можно возвращаться. И, пожалуй, у себя рядом с кроватью я положу кое-что то, что я позаимствовал с корабля. Положу прямо на свою кровать. А, вот сюда. А, не, повешу. Ой, в рамочку лучше. Что за звук был? Это был звук умирающего кита. Синего кита. Синий кит, да. О, это какие-то ступеньки в... Это вообще какой-то, я не знаю, свечка какая-то. Свечка, свечка в жиру. Арбуз. Так, короче, я все свои стрелы заберу, мне... Ты чё, изъятие оружия незаконное? Изъятие оружия? Я чёрный, для меня нет законов. Я тебе сейчас... Что ты мне сделаешь? Я тебя сейчас подстригу. Я и так стриженный, смотри, чё меня стричь-то? Слушай, правда. Я ладно. Это, знаешь, как GTA San Andreas с прической-то, у CJ Афро там была... Или какая там, Цезарь с усиками. Ага. Так. Короче, у тебя тут какао поспел, я соберу его. Какао поспел? Да. Кофе свари. Кофе. Ты будешь бегать 3 дня, не уснешь. Ну ладно. Так, я думаю, нам надо что-то сделать, я не знаю, я с тем... Что нам можно сделать? Ничего, надо уже заканчивать эту серию, потому что... У меня нет стекол. Ладно, пойдем тогда домой. Погоди, нет, еще... Солнце еще на рассвете, негр. Господи, только не погода. Ладно, я могу показать, насколько в этих шейдерах классная погода, тут все отражается. А у меня нет. Почему нет? Потому что я играю с другими шейдерами, а не с LSV11, которые у меня тормозят очень жестко в этом мире. А-а-а. А с моими, которые я лесные записывал. Кстати, тут есть это отражение от воды.
Вот если Эмираль тут встанет рядом... Вот тогда я куплю себе видеокарту GTX 1080 Ti, тогда будем снимать только с шейдерами. Он потратит деньги пустую. Так вот. Эмираль, давай твои кусты эти перенесем обратно. Это будет как символ. Но на печку их поставим обратно сюда. О, господи. Ты накопал мне этого песка? Так нету песка на острове. Как нет песка на острове? Не знаю, он где-то исчез. За ним куда надо исчез? Кто? За ним надо в другую страну ехать. Че к ним хачи приехали заказывать сюда, все сгребли и самосвалом. Заказывать, да, на Алиэкспресс нужно. На Алиэкспресс песок кинетический, да? Да. И че мы без стекол-то делать будем, а? Я не знаю, пить чай. Пить чай? И чем это поможет нам, пить чай? Ну, это романтично, знаешь, что учитывая, что сейчас дождь идет. Сейчас ничего не идет, Эмираль, потому что он у меня отключен. Короче, раз окон нет, то придется воспользоваться альтернативой, потому что Эмираль не соизволил нам накопать. Тюремные окна, ты что? А? Ты что, тюремные окна делать собрался? Не, ну, почти тюремные. Так я ж, это, так, российские шутки не буду я говорить. Российские шутки? А не российские, российские. Делаем окна как в Damn Jail. В Дэмджи. Дэмджи. Это больше забор. Да, забор. Уид. Они нужны окна нам, мы просто уберем отсюда. Кому они нужны? Зачем нужны окна, когда у нас есть решетки? Да, когда у нас есть Дэмнига Джейл. Дэмнига Джейл. Так, что? А, да пофиг, будем это... Ну, по Майнкрафте это. Вот так ставить. Господи, Паша, какой ты зашкварник. Во, эй, всё. Это был эксперимент. Все это подтвердят. Социальный? Да. Ну вот, наша бомжатская хата готова. Ну, по сравнению с той хатой, которая была, это уже не бомжатская, потому что она куда лучше. Куда просторнее, есть где развернуться теперь. Ага, да, есть где попить чаю. Так вот. Ой, блин, паузу прожми. Три. Так вот, мы продолжаем, снова меня отвлекли. Извините уж, пожалуйста, когда Эмиральд один записывается, такого не бывает. Вот, у нас много богатства. Эмираль, давай, выложи все в сундук, покажи все наши богатства. Вот, давай положим на полочку вот то, что мы награбили. Давай. Вот, давай вот сюда вот положим так пафосно. Ну, давай, давай, давай. Красиво, кстати, выглядит реально как каких-то демнига. Демнига, давай, выкладывай все свое богатство. Давай. Вот этот золотой кинжал мы повесим сюда же. И да, думаю вот... золотой граммофон. Вот сюда вот так, опа. И у тебя еще есть это, слиток, нет? Больше нет. Слитка больше нету. А золотые монеты тут были, помнишь? А вот есть. Клади тоже. Не-не-не, такие, которые класть можно. А, нет, таких нет. А вот есть. Давай, давай. Так. Вот клади вот сюда вот. Отлично, все. И на полу тоже пафосно так, знаешь, на полу положи. Да. Во, все, теперь мы Rich Beach. Так вот, чуваки, теперь мы хотя бы имеем. Ну теперь это хотя бы не бомжатская хата, у нас есть теперь что грабить. Так а ты умирать... что, это топовая хата, потому что здесь золота много. Как да. Рэперы какие-то живем. Да не как рэперы, мы как... Хотя мы и так рэперы, ну в прошлом, правда, ну. И да, это, мы можем прям... Лайк, если помнишь трек Police Force. Ага, Police Force это топ. Мы с Эмиральдом можем иногда петь во время летсплеев, и этот трек реально... Короче, чуваки, неважно. Собственно, я думаю, мы будем уже заканчивать эту серию Демнига. Поэтому. Да, потому что она уже долго идет. Поэтому, бэч, мы должны поставить тут факел, чтобы было хоть какое-то демное освещение. Вот ставим. Да, и чем больше лайков, тем быстрее выходят новые видосики с Нейзи. Это правда. Потому что они мотивируют, чуваки. Смотрите, да, это конца. И ваши лайки выдвигают наше видео в топ, да. И мы идем в топы Ютуба вместо мистера Макса и прочих. Да, мистер Макс, чуваки, давайте свергнем мистер Макса нашими летсплеями. Думаю, они. Да, куда... Изи Гоу Шоу и Нейзи будет только в топе. Постараемся. Так вот, чуваки, ничего не обещаем вам, но надеюсь, мы продвинем это в топчанский эту серию. Надеюсь. Ну, многого я хочу, конечно. Но всем спасибо, чуваки, за просмотр. Пишите положительные комментарии, потому что отрицательные, ну, как бы я читаю и плачу. Хотя негры не плачут и не ссут глазами. Ой, вот. Эмиральд, мы с ним будем читать ваши комментарии. Вот. Лучше даже озвучить можем в следующих сериях. Ставьте лайки нам, подписывайтесь на канал. И, конечно же, ждите новых видео, потому что, ну, без всем них что? Всем спасибо за просмотр и всем... Пока. Да, и Эмиральд меня задумал перебивать. У тебя глаза это страшные.